мы уже не были 2 дня на природе, и все, и собаки начинают дуреть. Да, Жека? Уже скажи, хочется на природу, да? Кому на природу хочется? Кому на природу хочется, а? Жека, кому на природу хочется? Завтра, если получится, поедем, потому что уже собаки более 2 дней не выдерживают. Да, Бильбус? Бильбо у нас постарше, серьезный такой. К нему с такими играми не подходи, да, Жека? Да. Жека, завтра тебя ждет купание. Завтра по-любому будем купаться. Наполним ванну с пенкой тебе, да? Это веревочка, я не знаю, это самая любимая, да, его говоришь? Отдай веревку. Иди зови Бильбу, тоже будем играться вместе с ним. Давай. Давай своего дружбана зови. Сейчас поели хорошо. И давай играться. А? Жека, ты же по идее должен полежать, отдохнуть после ужина. Нет, энергии столько, что... Ну, дай веревку. Бильбо возмущается. Как это? Что за бардак такой происходит, а? Без моего участия. Да, да, конечно. Тигрис, давай присоединяйся к нам. Был бы помоложе присоединиться. Тигрис у нас старичок уже. Да, Тигрис. Вот вы просили в комментариях показать всех наших животных. А вот это наш еще один кот. Таки. Да? Такушек. Отдыхает. Что там Бильбо гавкает, да, скажи? О. Что, Жека, пришел? А Тигрис балдеет. Что там, скажи, коты-балдежники, да? Что-то под вечер все разгулялись. Энергии много появилось, да? Тигрюша, лысявка ты наша такая, а? Идем маму искать. Идем. Пошли, вперед.